Приветствую всех! На канале Максимум срочная новость, о которой просто необходимо знать, как только что стало известно. Стало известно о поставках российской вакцины от коронавируса в Казахстан. Об этом рассказали бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву во время его визита в Шымкент. Фонд «Самрук-Қазына» купил у России 3000 упаковок препарата «Авифавир» и договорился о поставке вакцины против коронавируса. Об этом глава организации Ахметжан Есимов сообщил Нурсултану Назарбаеву во время его поездки в Шымкент, передает пресс-служба Ельбасы. Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов доложил Назарбаеву, какие меры по поддержке системы здравоохранения и отечественных производителей предпринял фонд в период пандемии. Он отчитался о закупе 3000 упаковок препарата «Авифавир» и достигнутой договоренности по поставке вакцины против коронавируса. Назарбаев также посетил предприятие ТОО «Казмедприбор», специализирующееся на производстве продукции медицинского назначения, оборудования, мебели и автомобилей. Также Назарбаеву рассказали, как идет строительство медицинских центров в столице и Алматы. В свою очередь, аким Шымкента рассказал бывшему президенту о планах строительства многопрофильной университетской больницы на 1000 коек за счет средств частного инвестора. Планируется, что в новом медучреждении будут функционировать центр матери и ребенка, хирургический, терапевтический центры, а также клинико-диагностический центр на 700 посещений в смену. Вот такая новость. Призываю вас в комментах под этим роликом активно делиться своим мнением от всего услышанного и увиденного. С вас лайки, репост и, конечно, если до сих пор этого не сделали, то подписывайтесь на канал Максимум и непременно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы моментально получать уведомления о появлении новых видео на канале. На этом пока все. Спасибо, будем на связи и помните, не все так просто, все гораздо проще.